Проект «Следуй за музыкой» продолжается, и сегодня уже второе наше музыкальное выступление. Его действительно можно назвать уникальным, потому что сегодня оно проходит в уникальном месте. Это крыша коворкинга, и отсюда открывается прекрасный вид, чудесный летний вечер. Нет ничего лучше, чем замечательный вид нашего города и прекрасная музыка. Сегодня настроение будут создавать замечательные музыканты. Это коллектив «The Light Show», который подарит нам чудесную атмосферу. Они будут исполнять свою музыку на скрипках и виолончели. Я очень счастлива, что я сегодня здесь со своим коллективом. Атмосфера просто невероятно камерная, такая теплая. Этот вечер я запомню просто надолго, потому что закат и крыша, такая романтическая атмосфера, и все люди пришли и радуют своим вниманием, и мы с радостью тоже дарим свое тепло, свою музыку. Концерт прекрасный, музыка прекрасная, да, я люблю классическую музыку, периодически посещаю концерты и слушаю непосредственно вне концертов под настроение. А о том, куда мы пригласим наших жителей на следующей неделе, мы расскажем чуть позже, а пока следуйте за музыкой.